снова Василиса, и в этом видео я вам расскажу пару советов, которые помогли мне с обучением, именно на онлайн-обучении, которые вам, я думаю, тоже помогут. Поэтому поехали! Начну с того, что на рабочем столе всегда должен быть порядок и чистота. Также желательно избавиться от всех вещей, которые могут отвлечь вас от занятий, там всякие небольшие игрушки или антистрессы. На столе всегда должна стоять бутылка воды и небольшой перекус. Я предпочитаю орешки, чтобы во время занятий не бродить по дому в поисках еды. Также можно подготовить сразу все учебники и тетради, которые вы будете использовать в этот учебный день, чтобы не ходить и не искать их потом по всяким полкам. Если сидишь дома и тебя никто не видит, это не значит, что можно забыть про уход за собой. Ухаживай за собой, чтобы всегда оставаться бодрой и красивой. На переменах не советую сидеть в телефоне. Дай своим глазам отдохнуть, и мозгу тоже. Если есть возможность, выйди погулять. Если возможности нет, ты можешь подготовиться к следующему уроку. Порисовать, почитать. Если любишь крафты, то покрафти. На рисунки не обращайте внимания. И на этом я закончила. Вот это некоторые советы, которые я знаю, которые помогли мне в учебе. И надеюсь, вам они тоже помогут. Да, сейчас непросто, тем более онлайн-обучение это довольно тяжело. И всем я желаю сейчас удачи. Подписывайтесь, ставьте лайки.